Фейзер, да, фейзер. Я ранен! Да. Перевяжу. Вот, спасибо. Стойте. Все, готово. Все, пошли. Постерегите. Все, готово. Прикройте, пока я буду с пинтами. Кого? Меня ранят! Первую прошел. Бросаю дымовуху! Опа установлена! Наповал! А зачем мне на уши сложить? Я тебя перевяжу. Я ранена! А, ты это не считаешь? Сервера, походу, все, готово. Готово. Бомба установлена. Да я недавно говорю, давай Ведьмака начинай, давно говорю. Прикройте. Удаляй нахуй анчарта, добивай ёбаного паука. Всё, пошли, бой. Пошли. Берегись. Минутку. Все, пошли. Никого не слушай. С тобой сегодня комфортно играть. Одним охотником меньше. Мы их размашем. Не бойся, я тут. Спасибо. Прикройте, я подлечусь. Только нафиг, там если сразу начнешь новую игру плюс, вот ты там охуеешь. Зато там знаешь, как интересно будет. Слышь, ну я-то прошел. Вот. Там не надо. Нет, ну я и говорю. Не, я и говорю, сначала я прошел на нормале ее, а потом я с дуру новую игру плюс запустил, где меня просто действительно каждая муха нагибала, блядь. Ебаный стос. Но это был. Бродяга! Готов! Уже точно не встанет. Почему? Я качнул без бага. Знаешь, как последний. Мне оставалось немного опыта, я уже, когда у меня была хорошая концовка, я шел на встречу с Цири. Я кое-как нашел в лесу ебаного волка, блядь, хуйнул за штук 5, нахуй, мне этот последний уровень упал. Блядь, это такой эпик был. Ну я хуй.
На нормале ты просто более почуешь этот игру, механику. На легком ты будешь их выносить, как нехуй делать. Это все, кто остался. Нахуй. 13 штучек отъебал, нахуй, пидорасов, блядь.